Так, Viva Resumista, Homo Masochisto. Так, срочная аналитика, хотя не совсем срочная, пару часов прошла, ну ладно. Аналитика на то, что избили Соболева, вот. Сразу вкратце скажу, те, кто любит ставить дизлайк и уходить в самом начале, что я считаю, что это постанова, вот. А для тех, кто заинтересовался моим мнением, мы продолжим аналитику. Заодно, кстати, скажу, что давно хотел аналитику на Соболева запилить, да все никак руки не доходили, потому что личность этого блогера слишком была уничтожена, то есть тот пиар-хайп, который вокруг него, он вроде как, ну, показывает, что типа все там мега-звезда и так далее, вроде как, да, но по факту личность ничего из себя не представляет, да, какой-то там мажорик с накруточкой, я уверен, все его просмотры, ну, не полностью все, но изначально точно, да еще отчасти, я думаю, это просто накрутка. Ну, например, скажем так, 1 000 000, например, просмотров, это реально, ну, тоже немало, да. Но вот у него там по 2,5 миллиона, по 3, я вообще не знаю, поскольку я его не смотрю абсолютно, и мне его мнение до одной пизды. Вот, то есть я его вообще никогда не смотрел и не интересовал. Хотя он сейчас Раком и Кафо я тоже не смотрел. Вот, короче, его мнение вот для меня вообще ничего не стоит. И его вот эти, да, достаточно большие просмотры, я уверен, это просто накрутка на самом деле. Ну, то есть, да, понятно, какая часть там достаточно реальная за счет вот этой накрутки, потому что тупые школьники ведутся на накрутку и смотрят, да, потому что они как стадо, они вот мне часто пишут: «О, у тебя просмотры упали, я тебя больше не буду смотреть», понимаете? Ну, то есть, полную какую-то бредовую хуйню, то есть они смотрят не потому, что, да, то, что вот ты блогер и говоришь, а только потому, что, у тебя там, например, просмотры большие, тогда я тебя буду смотреть, то есть вот такое школа баранское поведение, вот. Ну, вернемся вначале все-таки про избиение, про его поговорим, естественно, ролик я видел, да, как бы, ролик вообще ни о чем, то есть там ему дали леща такого, ну, в ухо ему немного дали, но не кулаком даже. И у него и то, у него рукой как бы было закрыто. Даже если бы дали кулаком, у него рукой было закрыто, в руку бы попало. Но ему дали ладонью вот так вот. То есть это вот так вот, да, то есть вообще ни о чем. Это вот то, что есть на ролике. Конечно, можно сказать, может, это не весь ролик. Я думаю, скорее всего, это весь ролик. И это, опять же, повторюсь, постанова, да. И, то есть, не было бы, понимаете, нет смысла вырезать часть ролика, где ему, например, реально врезали хорошо. Потому что в этом-то, блядь, и есть основной смысл, это, наоборот, нужно показать. Ну, конечно, можно сказать, ну, чуваки не хотели полиции, чтобы их не посадили. Так это их и так уже, как бы, они себя сняли, да. То есть, не могут же эти люди быть настолько идиотами, что собственное преступление снять на камеру своими лицами. Ладно, если бы там лица не попали, но там часть лица пусть, ну, профиль, но попало, то есть по этой части лица легко будет человека вообще прям вычислить, вообще изи. Ну там вообще, там все, я даже не буду анализировать, как их пробить, но я скажу, что это супер просто. Более того, это было бы даже просто, даже если бы их лица не засветились на камеру. Вот, ну и имеется в виду, что если очень нужно, да, то есть вот, сразу немножко посмотрел, уже люди стали записывать видео, ну, в основном мелкие блогеры, да, какие-то видосики, ну, думаю, там все поведутся, но часть я все-таки видел, часть людей достаточно грамотно уже пишут, что это реально постанова, да, то есть молодцы, есть мозги, потому что это что за избиение, да, где его вообще, ну, как бы, можно сказать, не бьют, по крайней мере, на камеру, может, конечно, опять же, был что-то за камерой, но нет смысла, понимаете, если начали снимать, так уж снимали бы все как-то более какие-то серьезные удары. То есть, ну, потому что если серьезные более удары были, опять же, по этому видео, но я уже это говорил, повторюсь, да, что их все равно найдут. Ну, то есть, либо все, либо ничего, как мне кажется. То есть, тогда уж не было смысла и это видео выкладывать, понимаете. Уж ты либо выложи, где там ему посильнее ударили. Я сомневаюсь, что его там реально сильно пиздили. Даже в принципе, если даже были еще какие-то удары за кадром, понимаете. Потому что то, что на кадре мы видим, это вообще, можно сказать, ни о чем. Вот, там какие-то такие, ну да, типа там гопоты. То есть, понимаете, вот мне даже смутило слово «хайпажор». Было сказано слово «хайпажор», понимаете. Если это тру гопота, да, то, извините меня, тру гопота не будет использовать даже такое. Я хожу, чтобы посмотреть, что камера включилась, она шалит в последнее время. Они, понимаете, тру гопота, она даже не будет такое слово хайпажор, понимаете, это вот было наиграно на камеру, понимаете. Вот вы сами вдумайтесь, вот гопота, да, и скажешь, ты хайпажор, блядь, слово хайпажор это
слово, которое относится к более, ну, скажем, интеллектуальным этим, ну, личностям, правильно? И они между делом не могли такую хуйню сказать, потому что если ты тру быдло, тру гопник, блядь, ты такую хуйню, это для тебя зашквар будет такое слово сказать, хайпажор, это просто дешевая постанова. Обратите внимание еще раз, ну просто нет, ну вы просто вдумайтесь, он закрывает лицо, и ему даже не кулаком, блядь, да даже если это постанова, мог бы ему хоть кулаком дать, он все равно лицо закрывает, блядь. Ну в руку ему дал, ну, блядь, у него был, если бы ему кулаком даже в руку дали, у него был бы синяк на руке, и поэтому для постановы это не нужно. Что, понимаете, у него бы даже синяк просто на руке был, и так как это постанова, ему даже было обидно, если бы у него был синяк на руке, понимаете? Поэтому ему дали ладонью в руку, ему в руку дали ладонью, блядь, да ладонью ему могли просто поебалу дать, если бы он не закрывал. Хотя, конечно, если реально сильный удар ладонью, это реально может даже привести хоть к нокауту. Если это, ну, рел сильно, или там, грубо говоря, боксер, да, если он просто тебе не кулаком даст, а ладонью, да, я согласен, это может быть и нокаут. Чуть ли даже человек может не умереть, потому что это не так, не такое большое значение имеет кулаком или ладонью, главное, сколько силы вложено, чтобы там голова сместилась. Но, блядь, ёб твою мать, все равно ему ударили по руке, и видно, что он, по-моему, даже с левой ударил, да, что это видно, что это не супер удар, это не какой-то боксерский удар, чтобы прям его прям завалить, понимаешь, он упал, да, как бы. То есть это полная херня, в общем, это постанова. Он, Николай Соболев, он из себя чувак, вот как личность, что ли, он из себя ничего не представляет. Да, он красавчик, он нравится девчонкам, он мажорик. Потому что он изначально мажорик, и с такой внешностью это обычно редко крестьянские сыны, да, знаете, крестьянская внешность. У него внешность такая, в общем, такая, ну, мажор, скажем, короче, вот. И, то есть вся его изначальная деятельность, она как бы, если бы не его деньги чьи-то там, ну, родительские, очевидно, собственно говоря, да, то он бы ничего не добился, скорее всего, потому что, ну, вот давайте посмотрим, ну, делали они пранки, да, какие-то пранки, которые, опять же, все говорили постановочные, да, и это доказывали, это не просто пиздели, вот Афоня доказывал, он прямо говорит, вот здесь это, здесь, блядь, ну, вот нет, вот даже вот это, вот только вот, нет, вы просто вот чуточку, на секундочку, на минуточку вдумайтесь, да, то есть его пранки были постановой, то есть, понимаете, это было доказано, доказано, что его пранки, потому что там миллион Афони. Я эти ролики особо от него не смотрел, но чуть-чуть смотрел от Афони, да? Вот. Это было доказано, что пранки Ракомакафо постанова галимая. Понимаете? И тут от такого человека, от которого тут постоянные постановы и какое-то видеонападение, да это очевидно, что... Одно дело, если бы это был чувак, у которого не была бы так репутация подмочена, что он снимает постановы. И опять же говорю, если бы его там кулаками пиздили, да, если бы уронили, пинали, блядь. Но на ролике какой-то, что-то ему пару оплеух дали, и дал оплеуху в руку, а второй ему руку от головы отвел, и все, и ничего. И он говорит, спокойно, спокойно, ребята, да. И вот это слово хайпажор никуда, блядь, понимаете, это то, что для антуража. Слово хайпажор, блядь, ни один гопник не скажет такую хуйню, хайпажор, блядь, это пиздец, что это наигранно все, понимаете. Типа там, ты, бля, я не помню, там, за базар или что там, ну, за базар, блядь. Но слово хайпажор, блядь, это, вот, палится, палится, да. Вот, и опять же, почему это видео всплыло, что они сняли? Потому что они не боятся ничего, потому что это постанова, понимаете, ничего не будет. Я не удивлюсь, может быть, их даже найдут, типа, это просто постанова будет продолжена. И они придут куда-нибудь на программу Малахова, и там будут говорить, и они скажут, мы там туда-сюда, но, маленькое, внимание, но, этим чувакам, которые ничего не будет, понимаете? То есть, да, они придут там, может быть, даже скажут, что против них заведено уголовное дело, блядь, может быть. Ну, им, вот, помяните мое слово, им нихуя не будет вообще, даже штрафов 1000 рублей, нахуй. И то это даже если вот эта вся тема будет, что они пойдут к Малахову, понимаете? Они, может быть, пойдут, придут, это просто будет... долгоиграющая постанова. Не такая, что постанова раз-раз и все, а просто долгоиграющая. Они туда и придут, скажут, ну мы Коль там не любим, он там пиарится на этой хуйне. Понимаете? И все. А это что за это, блядь, не будет, нахуй. Вот. Я думаю, это так примерно будет, короче. Вот. Ну, собственно,
А про Колю еще скажу, да, я сказал, это ракомакофоб, установочные пранки, пранки не они придумали, банальная хуйня. Ну ладно, короче, хуй с ним. А вот то, чем он сейчас занимается, да, когда он еще Гурама послал, потому что Гурам, я так понимаю, он из более бедной семьи, хотя тоже, наверное, не совсем нищая, но и он его просто, ну как бы, ну ладно, я это их дело, мне похуй, да, там то, что они расстались и так далее. Дороги разошлись. Но он, когда пришел вот эта жизнь YouTube, типа, я не знаю, это его образование, не его. Ну, вроде как его, а может, не его, хуй знает. Что он делает? Он просто, по сути, новости ведет, да, это новости YouTube просто. За него все делают, за него снимают, монтаж. Но я уверен, ему тексты новостей ему все делают. Знаете почему? Потому что, ну, я чуть-чуть смотрел, да, там, часто, ну, много информации в его выпусках, да, то есть он сам это не мог. За него все делают, он просто ведущий. Вот, и он просто ведет там какие-то вот эти сраные новости, да, которые ничего из себя не представляют, они дополнительно это накручивают, видосики, чтобы типа, о, много просмотров, никому эти нахуй новости не нужны, понимаете, вот, и, блядь, ну, то есть ни о чем, просто он ведущий, да, говорящий ебло, который, опять же, ничего, вот я, ну, возьмем меня, да, вот, например, меня, понимаешь, блядь, ну, я, конечно, это может, этим не стоит гордиться, да. Но, блядь, давайте будем объективны, что я этот ролик и сам сниму, я сам оператор, я сам монтажер, конечно, я монтажировать нихуя не буду, я его так шмальну, но я его залью, я его снял, это камера моя, я ее купил, я ее выбрал, тут свет, это все я сделал, вот, золотые руки в намаз, понимаете? То есть я как личность, как блогер, ну, как личность я вообще молчу, это ладно, но это вы понимаете, я тут не буду растекаться, но... Я гораздо больше его, да, то есть я все это сам делаю. Конечно, с одной стороны, можно сказать, ну, чем ты гордишься, пиздачи, когда за тебя делают. Ну, с одной стороны, вроде как и пиздача, а с другой стороны, по факту, человек-пустышка, понимаете? Человек-пустышка, потому что он ничего не мог, он бы сам это не смог, его всегда снимали, когда были раком и кафом. Их, понятно, у них были операторы, которые это все делали, монтажировали, у них была эта техника, чтобы на расстоянии голос передавать. Ну, ничего, конечно, там нету, но все равно стоят все эти микрофоны, если они качественные, они стоят, там только микрофоны могут стоить 20-30 тысяч, а может даже больше, только микрофон, например, да. Это были чуваки, которые, ну, может, они за деньги, конечно, это делали, но по сути, блядь, то есть это не true блогер, я к чему, бля, веду, это не true блогер, вот я true блогер, понимаете? Да, конечно, может я в будущем буду использовать и видеооператоров, и всю хуйню, да, но, блядь, просто, чтобы вы понимали, человек пустышка, по сути, да, то есть просто там пиздит про какие-то новости никому не интересные, которые накручены, на это ведутся тупые крестьяне, да, они тупые, настолько тупые, что они на эти просмотры ведутся. Ведутся, блядь, на Колю, который ничего из себя не представляет, он ничего не может сделать, блядь. Кем он там выебывался, я не помню, боев у него, по-моему, ни с кем не было, но он тоже, типа, выебывался, там, пизды там кому-то даст, ну, вот ему там дали даже, там не видно, чтобы, да, какие-то там, ну, хуй знает, там, конечно, вы можете сказать, за кадром, там, три качка стоял, там, с пистолетами, да, с автоматами, бля, в бронежилетах. Да, это, конечно, можно такое говорить, но все-таки я уверен на 99%, что это, блядь, постанова, ёпта. Это, тем более, Коля уже себя скомпрометировал постановами своими, понимаете? Тем более, на видео нету вообще нихуя. А сказать, что у тебя сотрясение, это легко. Посмотрим, будут ли у него хотя бы синячки, блядь, понимаете? Хотя бы! Хотя синячки, опять же, это несложно и нарисовать. Ему сейчас подрисуют, как... Помните Рома Жолоц, когда его избивали, там, ему все нарисовали, там, да? И так далее, блядь, понимаете? А уж тем более, вот сейчас пока что информация, что у него там сотрясение мозга легкое. Так это вообще, блядь, ни о чем. Блядь, любой человек может сказать, что у меня сотрясение мозга, нахуй, все. А это даже не видно никак. Ну и опять же, у него такой, конечно, уровень, что он себе может чай нарисовать синяки там. Вот, а почему это на видео не сняли? Ну, короче, блядь, короче, все это хуйня. Это можно 3 часа про эту хуйню, блядь, нести. Факт в том, что, блядь, я считаю, что 99% это, блядь, постанова, чтобы привлечь к своей никчемной... персоне, блядь, внимание, блядь, понимаете, то, что, блядь, чувак ничего не может толком сделать, и, блядь, реально что-то толковое, да, или какие-то там новости, или там какие-то постановочные пранки, ну, все какая-то хуета, блядь, сам он как чувак, можно сказать, ноль, да, симпатичная еблишка, поэтому нравится девочкам, блядь, и все, блядь, ну, да, девочки его будут смотреть, ну, что поделать, девочкам нужны кумиры, блядь, когда-то там были это руки вверх там какие-нибудь, или там еще там ласковый май в свое время был, да, кумиром там, а, вот, это, блядь, такая хуйня, но это, блядь, ни о чем, таких, блядь, чуваков, да хуя, кстати, недавно на канал одного там этой, блядь, модели наталкивался, ну, мужского пола, там, блядь, чувак даже еще посимпатичнее будет, но он пока что не раскручен, профессиональная модель, то есть, который там
Ну, парень такой молодой, он там ездит постоянно в фотосъемки. Не просто любитель, а походу он профессионал. Я особо не заинтересовался, мне случайно этот YouTube подогнал, и я посмотрел, я смотрю, о, чувак прикольный, думаю, но он, понимаете, вот он, например, профессиональная модель, вообще там такой чувак, короче, на какую-то голливудскую звезду, причем даже похож. Только, правда, единственное, что на бабу. Ну, блядь, это так часто бывает, что наиболее красивые чуваки... Хотя, не, ну, конечно, там, смотря сколько тестостерона, да. Конечно, если у чувака много тестостерона, он, в принципе, не может на бабу быть похож. Но, как бы, есть два типа мужской красоты, можно сказать, да, которые там, типа, мужики, да, там, грубо говоря, Арнольд Шварценеггер, он не похож, блядь, на бабу. Но есть такие, которые такой бабской красоты, типа, и они тоже девочкам нравятся, но у них такая бабская красота, такие... Блять, даже, может, где-то не поймешь, там, баба или мужик, особенно если там длинные волосы. Типа, ну, типа Фейса, например, Фейс, да, там, блядь, в темноте не поймешь бабы, особенно если он как баба оденется. Ну, вроде он, как, естественно, там, красавчик, и, естественно, бабам нравится. Но согласитесь, что у него красота такая, более такая женская, да, как бы. Вот, то есть он может там потом гендер поменять. Ну все, чуваки, такая аналитика, лайк на трансуху, донат на копилку, пошла помидорка, хыы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 ы